Так. О, я прячусь. Я эскондо. Мы эскондо. Так, какой-то первый игрок, которого ждать еще. Завис где-то. Вадор Уно. Да, но исходя из некоторых кат-сцен, ну, заставок я имею в виду, похоже, что Итер может в любой момент менять элемент. И еще вдобавок он, как кстати, использует, может их использовать чуть-чуть по-другому, не как и в игре, так сказать. Yo creo que casi casi es más fácil ser el que se esconde. El cazador, bueno, sí, depende de mapa. Да, бой с Чайлдом или когда был этот, когда был бой с Райден. Как он, ты помнишь, когда он этот удар сделал мечом, когда он влетел в этот, в расширение этого, как называется там, это местности, короче, ее расширение этого зоны, или как он там называется, короче, внутри куклы. Я думаю, может быть так, что им вполне известно, кто такой Итер. Может быть, они даже были знакомы с этой, с Люмин. Например, тот же Зонгли. Тот же Зонгли, ему уже дофига лет. Я думаю, вполне должен быть известен, ему должно быть известно Люмин. И... возможно, он даже не говорит этому Итеру, что знает Люмин, потому что Люмин могла заключить контракт с этим, с Джон Ли, что типа он не расскажет. Да, кстати, вот я и Мика вообще не удивилась абсолютно. А, говно, Касадор.
Я думаю, в следующем патче мы сможем информацию узнать от Райден Мэй. Может быть, даже все так, что из-за того, что мы были в экономии и смогли узнать, типа, немножко информации про Каэндрию, ой, в смысле, про Каэндрию, про Селестию, Селестия может как Райден приказать убить нас. В любом случае, в определенный момент в игре мы должны будем встретить кого-то из Селестии. Должен прийти кто-то из Селестии, чтобы типа остановить нас. Ну да. Esta mapa es bastante muy difícil. Como hay tantos árboles. Ajá. Vi a Xiao porque se ha movido. Lo vi aquí, estaba aquí, lo que pasa es que se ha hecho invisible. Vale, creo que sé dónde está. Карта знает, где он. Vale, ya sé dónde está. Все, словил. Быстренько получилось. Ну и rápido, Ладно, буду заканчивать, потому что уже и так поздно. У меня поздно, а у тебя, Лиза, я вообще не знаю, сколько там сейчас время у тебя. Там, где ты живешь. Да, она готовится, может быть, не именно к войне, но к чему-то она точно готовится. И, кстати, не знаю. Получается, в 2 часа разница. Кстати, не знаю, если ты знаешь, что ты сеньора, у нее облик первой царицы. Ей нынешняя Криорхонт, нынешняя царица, дала облик первой царицы. Она ж типа жидкий огонь, и чтобы ее поддерживать в форме этого. В форме человека она ей дала этот глаз порчи особый, который ей тело дал, так сказать. Ладно, я буду заканчивать стрим. Тоже поздно. Спасибо.